24 апреля 2020 год, пятница, Москва, центр. Я уснула в одном мире, а проснулась в другом, страшном. Дисней вдруг перестал быть волшебным. Париж уже не кажется романтичным. Нью-Йорк уже не главный город планеты, а Китайская стена уже не крепость. Мекка пуста. Объятия и поцелуи стали грозным оружием, и не навещать родителей и друзей превратилось в акт любви и милосердия. Ты вдруг понял, что власть, красота и деньги ничего не стоят и не смогут заменить кислород, который тебе так сейчас необходим. Мой любимый город напоминает кадры из фильмов ужаса или фантастики. Центр столицы пуст, безлюден. Можно встретить лишь разносчиков еды и милиционеров без масок. А мир продолжает жить. И он очень красив. Он запер только людей в своих клетках-квартирах. И мне кажется, что он хочет сказать нам: у вас нет необходимости. Воздух, земля, вода и небо прекрасно обходятся без вас. И когда вы вернетесь, помните, что вы мои гости, но не мои хозяева.